Что думаешь, расскажешь ему? А чё ты мне еще предлагаешь? Это мой лучший друг. И вот то, что этим занимается его девушка за его же спиной, я молчать не буду. Может, не стоит лезть в их отношения? Сами разберутся. Ты что, угораешь, что ли? Не-не-не, я про такое... Не, я молчать не буду, нет. А вот и он. Ну вот и отлично, мне же лучше, сейчас ему все сам расскажу. Здорово, пацаны. Привет. Бро, слушай, это, конечно, не мое дело, наверное. Ты мой лучший друг, ты это знаешь. Ну да. В общем, короче, я тебе должен кое-что показать, окей? Окей. В общем, тут твоя девушка, Катя, она... В общем, тут твоя девушка, Катя, она... В общем, смотри. А, это я и видел. Это понравилось вам? Че, совсем что ли ебанулся? Она-то другим мужиком. Не, ты ебанулся. Она же у меня порноактриса. А это ее последняя работа. Нравится? Я же просил не добавлять столько сахара. Если не нравится, не пей. Будет проще, если ты будешь просто меня слушать. А ты меня слушаешь? Я сколько раз просила поменять лампочку в гостиной, мне неудобно читать. А тебе все равно! Если ты будешь спать в спальне, тебя не будет раздражать лампочка в гостиной. А я не хочу спать в спальне, потому что мне надоело с тобой спать. Не закрыл дверь в ее комнату? Я ее не открывал. Ты же знаешь, я не могу туда заходить. В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. Знаешь, ей бы все это не понравилось. Постоянно ругаемся, ссоримся по мелочам. Не можем нормально жить. Ради нее нужно все это исправлять. Ради нас. Тем более, что у нас есть шанс. Я беременна. Жень, привет. Как дела? Здрасте, Константин Николаевич. Все отлично. Работаешь? Да. Жень, ты хороший парень, конечно, но треки твои не продаются. Клиенты жалуются, дерзишь им постоянно. Да они дебилы. Жень, я уже устал повторять. Они, конечно, может быть и дебилы, но ты не артист, ты звукарь. В общем, надоело это все. Собирай свои вещи. В студии ты больше не работаешь. Да и нахер ты все. Ну и что думаешь теперь делать? Да хрен его знает. Сейчас за кредит платить, еще квартиру оплачивать. Жопа полная. Жопа. Да, алло. Мам, сейчас неудобно. Говорит, давайте перезвоню. Хорошо, скину. Давай. Слушай, у тебя не будет 5000 займы? Ну, маме скину. Сейчас переведу на карту. Ты мне только на неделю верни, плиз, а то я сам на мели. Что-нибудь придумаю. Слушай, я не понимаю, как ты еще держишься. У тебя что-то все свалилось разом, хуже и быть не может. Это да. Да, алло. Что-то случилось? Сейчас приеду. Сколько лет прошло, блин, ты меня так не пугай. Я думал, что-то случилось. Случилось. У нас, между прочим, годовщина сегодня, если ты не забыл. Солнце, конечно, не забыл. Просто в последнее время одни проблемы. У меня, кстати, для тебя подарок.
гитарой на кухне. Ты мне расскажешь, как влюблён в неё безумно, но ты... Ну, она, конечно, не настоящая пока, но я уверена, что совсем скоро у тебя все получится. А я буду рядом. Слушай, я не понимаю, как ты еще держишься. Ну, я что-то все свалила сразу, хуже быть не может. Спасибо, что веришь мне. Да, милый, я тоже не забыла про нашу годовщину. И приготовила тебе танец. Ну, такой интимный. Что, серьезно? Стриптиз? Ну да. Подожди минутку. Конечно, подожду. Целый год ждал, блин. Минуту точно подожду. Я быстро. Зай, камеру. Солнце. Солнце. Камеру подними, не видно. Зай. Зай. Сука, услышь меня, не видно нихуя. Алло. Сука тупая, блядь, посмотри сюда. Зай, ну чё, как тебе? Бомба. Я стеснялась. Я видел. Взяли. Говорят, племянника директора на эту должность посадят. Да ладно, бро, еще все наладится в жизни. Да, разберемся. Посмотри на него, на такой тачке сидит и грустный еще. Да он с девушкой расстался. Или на 1 миллион меньше в этом месяце заработал. Да не звони ты тоже. Вот бы оказаться на его месте. Да, мам. Ты где? Да, скоро буду. Ага. Все, иду, мам, давай. Чему ты радуешься, придурок? Да, алло. Да, ну что ты там, скоро приедешь? Куда приеду? Как куда? На похороны. Братан, я понимаю твое состояние сейчас, но это похороны твоей матери. Я маленький человек, незначимый элемент, разрушенный. Да блин. Внучок, помоги бабушке дорожку перейти. Хорошо. Сынок, я тебя не задерживаю, нет? А можно быстрее, пожалуйста? Да ты извращенец! Насилуют! Помогите, насилуют! Помогите! Ребят, вы все не так поняли. Так, значит, претензий не имеете? Да в смысле не имею? Ну да, не имею. Здрасте, до центра докинете. Блин, где кошелек? Лох! Блин! Все потерял. На месте рассчитаемся. Конечно, рассчитаемся. Никаких проблем. И даже несмотря на все это, я не опоздал. А ты опоздала на час. Что тебя так задержало? Ну, мне реально важная причина была. Какая? Да я стрелки не могла нарисовать. Супер гуд. Я нормально. Жень, а ты меня любишь? Карин, я играю, я занят. Ну ты меня любишь? Я тебя очень люблю. А ты любишь мои ручки? И ручки твои люблю. А ты любишь мои глазки? И глазки твои люблю. А ты любишь мои ножки? Карина, я люблю твои ножки, а еще люблю твой гадкий, мерзкий, невыносимый характер. Ты меня убили. А, это та игра, где нельзя сохраниться? Карин! Беспощадная сука стерва. Ты ровный. Рисунки нарисовал, мозгов не нарисовал. Давай сдавай своих дружков по-хорошему. Никого я сдавать не буду. Прячься! Чего? Да шатун идет! Блин, батя, что ты приперся? Я сам все порешаю. Батя. Зачем молодого задержали? Отпускайте. Да, мы-то с радостью, но вы же понимаете, там это конституция, законы. Ну, вы знаете, ну. Не знаю. А вот там на нижней полочке книжечка. Можно и не читать. Ну, что вы там натворили-то? Да ничего мы не натворили, это вообще пранк был. Мы продукты все купили, у нас чек есть. Мы хотели видео снять, в ТикТок залить и в реки залететь. Ну, раз чек есть, выходи. ТикТок, да? Нет у него чека. Пусть посидит, подумает. Воспитал тиктокера. О, братан, у Шатуна. Понял? Сын тиктокер. Охуеть. Здрасте. Здравствуйте.
Слушайте, а как так получилось? Я вызывала обычное такси, а приехал бизнес-класс. Это не такси. Не такси, а что тогда? Скоро все узнаешь. Вы что себе позволяете? Вы зачем дверь закрыли? Да ты не нервничай. Просто твое время пришло. Какое время пришло? Вы что несете? Откройте дверь! По-хорошему никогда не получается. Спать. Карин! Ты что спишь? Я не сплю! Я отдыхаю! Я тебе клянусь, вот именно вот так все это и было. Как так? Тебя Димас ночью пьяную из клуба привез! Он волшебник! Он вот так вот щелкнул пальцами, и я уснула! Нет, Карин, ты заблевала мне весь салон и уснула! Неправда! Он чародей! Так все, пойдем спать! И волшебник!